Эта болотная сова попала к нам после месяца жизни на курятине в клетке. Плохое состояние оперения и старый закрытый дистальный перелом локтевых и лучевых костей делали мысли о выписке, мягко говоря, маловероятными. Однако сейчас мы видим, как она от нас улетает. На реабилитацию потребовалось 2 года, однако это того стоило.